Здравствуйте, это наше второе видео. В первом видео я говорила о том, что с диагноза РАС нам поставили диагноз ЗПР. После первого сеанса с Давидом у нас очень много что изменилось. Ребенок стал абсолютно другим, стал более внимательным, сам стал одеваться, словарный запас стал очень большим. То есть в бытовом плане он все, что ему нужно, он стал говорить все. То есть если раньше он ничего не говорил практически, он знал там буквально 10-20 слов, то сейчас он уже говорит все. Я хочу пить, я хочу кушать, я хочу хлеб. Там он говорит все. Все, что ему нужно в бытовом плане. Перестал ходить на носочках. Ушла эхолалалия. Он не повторяет слова несколько раз. Все это у нас ушло. Также у нас контакт, глазной контакт, он смотрит в глаза, когда он, ему что-то нужно, когда ему что-то надо, когда он разговаривает, он смотрит в глаза, поет песенки, стихотворения, в садике, ходим в садик, в садике задают стихотворения, и он все их учит, рассказывает, песенки поет, сказки рассказывает, чему мы несравненно рады. Также хотим выразить благодарность Давиду. Спасибо вам большое. Мы прям то, что когда мы первый раз у нас был сеанс, и какой наш сын сейчас, это абсолютно прям небо и земля. Спасибо вам большое.